Аким области посетил Центр социального обслуживания номер один, где ознакомился с материально-техническим оснащением учреждения. Также Асхат Шахаров принял участие в праздничном мероприятии, посвященном Международному дню пожилых людей. Сегодня в центре под опекой находится 202 человека. На праздничном мероприятии всем присутствующим Аким области вручил подарки. Завершением торжественного вечера стала концертная программа. Президент. Согласно поручению президента о поддержке уязвимых слоев населения, в 2022 году это здание было полностью отремонтировано на сумму более 700 миллионов тенге. Пожилые люди заслуживают уважения, хороших условий жизни. Но самое главное, что здесь царят мир и сплоченность, чувствуются